Республиканская школа Олимпийского резерва набирает ребят на абсолютно бесплатное, а главное профессиональное обучение хоккею. Есть только одна загвоздка. Заявление подало лишь 11 человек. Не условия, а благодать. Экипируют, научат стоять на коньках и не боятся столкновений. На просмотр могут попасть все школьники, любящие спорт. Хоккей – это мужественная игра. Там силовые стычки бывают. А тебе нравятся силовые стычки? Ну, как бы можно побороться с своим противником за шайбу. Контактный вид спорта. Вратари вытаскивают невозможные сейвы, мертвые. Каждый из этих ребят с головой погружен в игру. По словам тренера анахуйского клуба, Россия всегда играла в хоккей лучше всех. И чтобы оставаться на передовых местах, подрастающее поколение должно больше тренироваться. Приоритет хоккея должен быть отдан однозначно ребятишкам. Мало того, что пацаны и девчонки еще очень начинают быть востребованными, а чисто в женском хоккее. И ребятишки, они, по крайней мере, хоть они еще и сами по себе амбициозные, маленькие, они учатся тому, чтобы быть хоккеистами. Каждый имеет какую-то определенную цель в жизни. Хоккей, я думаю, у нас в республике довольно популярен. Очень много зимний период занимается детей хоккеем. Сейчас у них появляется возможность круглогодично, то есть вне зависимости от сезона, заниматься хоккеем. Родители могут подать заявление в Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва до 5 февраля. Илья Балханов, Анатолий Пряскин, телекомпания АТВ.